друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня пришла очередная посылка из Китая, и это у нас беспроводная мышь для компьютера всего за $2. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут пришло, может быть, это и не она. Итак, распаковываем. Нет, вроде бы как мышка, может, это пластмасска. Давайте посмотрим дальше. Так, у нас вот тут в пакетике. Сейчас мы ее достанем. Да, похоже как мышь беспроводная. Красивый дизайн такой, красненькая. Ну, вроде бы как на вид и ничего. Сейчас нужно будет ее опробовать. Сейчас посмотрим батарейки в ней. Кнопочки, так, все колесики, все крутится, все нажимается. Так, что у нас здесь? А здесь нужно установить две батарейки типа 3АА. Или 3А. Так, ну ладно. Закрываем. Сейчас мы установим и батарейки. Так, это у нас USB адаптер к ней. Ну, сейчас нужно будет проверить, работает она или нет. Сейчас мы вставим батарейки и проверим. Итак, давайте подключим данную мышку. Установим батарейки, как я сказал уже. Здесь их стоит две штуки. 3А. Так, устанавливаем. Так, видим, что мышка работает. Напомню, данная мышка стоит 2 с копейками доллара. Так, ну теперь вставляем USB устройство и посмотрим, как она у нас работает или нет. Так, делаем подключение. Так, делаем подключение. Вот, все, мышка наша заработала. Ну, работает вроде бы неплохо. Так, все листается. Все кнопочки работают. Вот. Что требовалось проверить, что данная мышка, я думал, за эти деньги будет кот в мешке, но нет. Неплохая мышка и дизайн. И все работает. Все, спасибо всем. Ссылочка будет вся под видео. Кэшбэк, магазин. Всем спасибо, пока-пока.